Это «Иркутск сегодня». Меня зовут Галина Тюрнева. Как обычно, каждый четверг в этой студии обсуждаем главные события, которые волновали областной центр на этой неделе. После летнего затишья вместе с началом осени начинается и новый культурный сезон. Таким он будет в 2017-м. Обсудим в ближайшие 10 минут. Центральное событие сентября – празднование юбилея святителя Иннокентия. Со дня рождения митрополита и просветителя исполняется 220 лет. И 40 лет с момента его канонизации. Сейчас в Приангарье съезжаются паломники со всего мира. Мероприятия проходят на родине святителя, в Анге, а также в областном центре. Как Иркутск готовился к торжествам, знает моя коллега Анастасия Цыганкова. 7 томов сочинений и писем просветителя Сибири и Америки. В Музее истории города Иркутска открыта выставка, посвященная святителю Иннокентию. Зал первый на полотнах заслуженного художника России Сергея Лояна «Этапы жизни нашего земляка». Подробности судьбы можно узнать из документальных фильмов, которые показывают в музее. А вот этажом выше – зал, где состоялось открытие научно-практической конференции «Сибиряковские чтения». Она тоже посвящена 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова. Вернулась у нас делегация с Соединенных Штатов во главе с Владимиром Петровичем Шахеровым. Они ездят туда периодически. И вот по его рассказам, я, честно говоря, удивлен, что американцы с таким пиететом относятся к этой личности. И вот тут представлены некоторые материалы, которые нам были переданы в музей. Это довольно интересно, и это радует. Имя Иннокентия Вениаминова уже несколько столетий чтят во всем мире. При Ангаре не исключение. В Иркутске на площади собора Богоявления сегодня состоялось открытие бюста нашего земляка. Бронзовый лик – дар святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла городу Иркутску. На архивных кадрах подготовка к установке бюст высотой более 2 метров установлен на постамент. А сам сквер благоустроен в рамках программы формирования комфортной городской среды. К этому дню готовились несколько месяцев. Основные праздничные мероприятия пройдут в селе Анга Качевского района. А вот иркутского зрителя приглашает театр имени Александра Вампилова. На сцене совместно с сибирским писателем Валерием Харюзом будет поставлен спектакль «Страницы Великого Пути». Это история из нескольких дней жизни святителя Иннокентия. Увидеть постановку можно будет 7 и 9 сентября. Анастасия Цыганкова, Сергей Полянский, Иркутск сегодня. Ну а теперь более подробно о мероприятиях, посвященных юбилею святителя Иннокентия, поговорим с начальником управления культуры администрации города Иркутска Виталием Барышниковым. Виталий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сначала поговорим о том, что у нас сегодня вот представлено на столе. Видите, много разнообразной, я так понимаю, что и раздаточного материала, и афиша есть сегодняшних мероприятий, которые прошли. Что да, это у нас здесь? Сегодня, на самом деле, начались мероприятие, посвященное удивительному человеку, нашему с вами земляку, простому сибирскому мальчишке из маленького села Анга, который в конце своей жизни, причем большую часть своей жизни он провел совсем не в столицах, а в отдаленных местностях, там в Сибири, на, сказать, Аляске, в Якутии, на Дальнем Востоке, стал в конце своей жизни митрополитом Московским и Коломенским, по сути, главой Русской Православной Церкви тогдашнего времени. 220 лет ему отмечается в этом году и 40-летие с момента его канонизации. Вот эта афиша – это только часть мероприятий, которые пройдут исключительно в городе Иркутске вот в эти дни – 7, 8, 9 сентября. Значит, помимо этого, сказать, вот я расскажу сегодня более подробно, открылась сегодня научно-практическая конференция в рамках сибиряковских чтений. Она называется «Три Иннокентия» и посвящена жизни и деятельности Иннокентия Иркутского, основателя Иркутской епархии, Иннокентия Вениаминова, сказать, просветителя Аляски и Сибири, и Иннокентия Сибирякова, или Иннокентия Афонского, как его многие называют, человека, который, значит, жертвовал свое состояние и вот ушел на Афон. Открылась эта конференция с участием мэра, участием владыки. Сегодня в Музее истории города собрались ученые, так сказать, доктора наук не только Иркутска, гости из Якутии, Москвы, те, кто занимаются, так сказать, вот исследованиями творчества этих удивительных наших с вами земляков. Сегодня открылся сквер и бюст святителя Иннокентия. На этом я хочу акцентировать внимание, потому что это вообще впервые в истории, когда патриарх всея Руси, так сказать, Кирилл
подарил городу Иркутску бюст, так сказать, одного из иерархов Русской Православной Церкви и нашего земляка. Бюст установлен, и теперь собор Богоявления всегда был очень красивым, может быть, одним из самых красивых мест города, но теперь он приобрел новые краски, новую такую духовную составляющую, и красивый сквер, и вот бюст святителя. Мы как раз видели в сюжете, что действительно преобразился. Вижу, в руках у вас еще набор открыток. Специально, так сказать, к этому празднику в Иркутске мы издали вот такой замечательный набор открыток. Здесь есть карта жизненного пути святителя. И вот такой набор, начиная от дня его рождения в селе Анга, через все его жизненные перипетии, путешествия на Аляску, жизнь, так сказать, на Алеутских островах, затем благословение Муравьева-Амурского, например, на подписание Айгунского договора, который присоединил, так сказать, к России огромный Дальний Восток, и граница прошла по Амуру между Китаем и Россией. До сих пор мы, так сказать, так и живем, да, взаимодействуем. Затем вот он стал митрополитом московским и коломенским. Ну и вот последняя открытка посвящена канонизации святителя Иннокентия в 1977 году. Причем по просьбе Русской Православной Церкви за рубежом, Русской Православной Церкви в Америке. Удивительный набор открыток, уникальный автор картин Марина Синишина, наш иркутский художник. А, так сказать, средства выделила администрация города и компания «Росатом». Ну, благословение владыки, приветствие мэра. Это только то, что состоялось сегодня. Завтра продолжится мероприятие в селе Анга, на родине святителя Иннокентия, куда собираются гости, и мы своих участников конференции туда повезем, и гости из других регионов, так сказать, сибирских, дальневосточных, из Москвы собираются. Потом продолжится мероприятие уже опять в октябре, после того, как в октябре, 6 октября в Москве состоятся, так сказать, мероприятия праздничные, которые проведет сам патриарх. Значит, а вот после этого, я думаю, что мы в середине октября продолжим такие иркутские мероприятия, связанные с личностью удивительного святителя, связанные с открытием после реконструкции нашей Иерусалимской лестницы, входа в Иерусалимский храм, где будет установлена мемориальная доска о том, что в этом храме 150 лет назад служил святитель Иннокентий как уже в чине, в статусе митрополита московского. То есть он уже узнал о том, что он, так сказать, избран, да, так сказать, назначен на этот пост. И уезжая из Иркутска навсегда в Москву, вот он провел служение, престольный праздник на входа в Иерусалимском храме. Поэтому событий много, про всех сразу, ну, сказать, не расскажешь, но я бы что хотел сказать. Для того, чтобы мы с вами помнили о своих великих, сказать, земляках, о своих предках, вот, вернули это имя, на самом деле, в нашу жизнь. Ну и, как говорится, надеюсь, что для многих, в том числе молодых людей, это станет, ну, таким жизненным примером. У нас на следующей неделе начнутся большие мероприятия, связанные с проведением другого, как бы совершенно отдельного вроде бы события, «Золотой Витязь» форум, славянский форум литературный. Но и там мы будем говорить в том числе об уроках святителя Иннокентия, о его отношении к коренным жителям, о его отношениях к людям. Мы 24 сентября, в день открытия «Сияния России», в Иркутске проведем вечер, такой концерт духовной музыки, где будут исполняться кантаты, посвященные святителю, написанные иркутянами сегодняшними. Вот Василий Попов, Ян Круль, музыкант, поэт Василий Попов. Вот фрагменты из этой кантаты будут звучать уже сегодня, так сказать, вечером. Поэтому вот так. Виталий Владимирович, спасибо большое, что пришли. Увидимся с вами на главных событиях этой осени. Спасибо. И на этом у меня вся информация. Вместе сделаем Иркутск лучше. До встречи!